Всем привет, здрасте, девочки, мальчики, друзья, подписчики, с вами Крэш Паша и паранормальное явление. Видели, дверь сам открылась. Короче, я стал учителем Балди. Короче, вышли новые супер-мега-читы, мега-мод, мега-гранни-мод, в котором добавили возможность играть за Балди, еще много за что. И также здесь добавили рабочий режим Ворона. Кто помнит, я неделю назад где-то вам показал фановый режим, как я летаю вороном и так далее, как бы это выглядело. И здесь наконец-то сделали этот режим рабочим, это просто класс. Короче, давайте побегаем за Балди. Вот это, конечно, страшная фигня. Мы видим его мозги, точнее их отсутствие. Что у нас здесь вообще в доме есть интересного? Точнее, что в этом моде есть? Давайте покажу вам. Здесь можно играть за Бенди, за Балди, но Бенди в этой версии у меня багает. И сам прикол, здесь можно играть за любой предмет, ну практически за любой предмет. Например, мы можем стать арбузом. О, арбуз, смотрите. Так, на стол его бросаем. Итак, остановиться можно, пожалуйста? Он остановился. Нажимаем кнопочку. Вот эту. Что? Рано вам это еще видеть. Object, Melon, NPC меню, Play as a object. Смотрите. Я стал арбузом убийцей. Смотрите. Я играю за арбуз. Это вообще жесть. Арбуз убийца. Так, ладно, это вырубим. Так, Play as default. Добавили новый режим. Полноценный это режим за ворона. Смотрите, какой он маленький. Офигеть. Ну, точнее, здоровый для ворона, как бы. Давайте Crown меню. Смотрите, здесь есть вырубить Crown Vision. Так, атака, анимация, кровотак. Что здесь еще есть? Просто сидеть можно. Офигенно. Короче, можно летать и можно кидаться перьями. Смотрите, кур-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 кур. Можно даже взлететь с помощью полета. Тогда мы станем натуральным вороном. Смотрите, просто хлю мазафака. Мы можем летать по карте за ворона, можем клеваться. Кер. Что у нас здесь есть? Смотрите, кусок сральника. Странно, почему просвечивает именно... Ну, из-за ворона, видите, плохо видно, что... Потому что он так странно летает. Капка на воздухе. А где бабка? Мы можем бабку заклевать? Давайте клюнем ее разок в задницу. Кер! Нифига себе, она улетела! Вы видели, ее просто отбросила куда-то, непонятно. Ты что такое? Что ты такое? Летаем, летаем, летаем за ворона. Все ящики сбиваем. Давайте к паучку наведаемся. Можем мы его заклевать или нет? Вороны же едят насекомых, как бы. Подумайте, здесь паук мяса... паук-людоед, подумайте. Вот он. Паучок, ты знаешь, то, что ты не единственный питомец здесь? Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. Так, теперь мы можем залететь к ворону настоящему. И сказать, что это мы настоящий ворон. Мы лючий питомец бабки Гренни. Так, куда я залетел? Почему я завис? Отвис. Залетаем. Hello, мазафака. Oh my god. Нифига себе, мы клюнули. Офигеть. Это просто наркомания какая-то, видите? Мы заклевали настоящего ворона, его теперь нету. Жесть просто. Просто жесткач какой-то. Так, ловушка. А что будет, если мы замерзнем? О, смотрите. А, мы не замерзнем, мы же бессмертные. Когда ты превращаешься в кого-то, ты бессмертен. Так, для справочки. Ну ладно, мы не замерзнем за ворона, погнали. Перестанем быть вороном пока, потому что ничего не видно. Фу, я думал, я застрял, а я просто летал. Прикольно.
Так, интересно, а как будет выглядеть, если мы за ворона залезем в машину? Подождите. Вот это интересно. И за балды тоже интересно. Смотрите. Ноклип. Предстанем. Крем меню. Крон визион. Вырубить. Смотрите! Ворон! Ворон в окно клюется, офигеть! Боже мой! Ворон, ты чё? Смотрите. Сидит за окном у нас тут. А давайте так вырубим крон меню. NPC меню врубаем. Spawn place of Baldi. Смотрите, Балди теперь стоит и руками шевелит, офигеть. Смотрите, мы можем Балди вызвать брата. Давайте вызовем брата. А ну-ка. Спаун Балди. О, это мой младший брат. Привет. О, у тебя что-то с башкой, брат. Брат, у тебя с башкой что-то. Что с твоей башкой? Давайте вызовем Балди побольше чуть-чуть, да? Ну, просто так для интереса, как бы, мало ли, что там. Балди, плюс. Смотрите, брат. Брат теперь с нас размером, наверное, или он даже больше. А ты что такой здоровый? А ты что такой, видел мои мозги? А что с тобой? Он в стену залез, вы видели? А где он? Ты что здесь спишь? Он полетел в космос, ребята. Балди. Кстати, что в колодце? Движок. Смотрите, это новый ужастик. Знаете, в чем он состоит? Балди вылазит из колодца. Так, а что будет, если за Балди залезть на эту штучку? Так, вырубить полет. Пара-па-па-пам-пам-пам-пам-пам. Гранаты где? Где бабушка? Смотрите, кухню видим, кстати. Прикольненько так. Ладно, здесь мы разобрались. Игнорим дальше бабку. Давайте попробуем поиграть за какую-нибудь фигнюшку. За что? Я здесь за лампу играл. Я здесь, когда тестил, я играл за лампу. Это просто жесть была. Компьютер лагает как дикий. Вообще все лагает как дикое. А может мы сможем поиграть за гигантскую отвертку? А ну-ка. А стоп, а где бабка? Подожди. Вот она. Ты что, срать пришла? Испугалась что ли? An object. Я хочу просто для spawn object. Что это такое было сейчас? Видели, ведь дом сошел с ума. Как это так вообще? Давайте плея ступал. Дом сошел с ума, видели? Ладно, хочу поиграть за гигантскую отвертку. Не, за гигантскую шестеренку хочу поиграть, смотрите. Так. О. Object. Кёга. Увеличиваем ее слегка, смотрите. Если такую вставить в домик игровой, мне кажется, домик разорвется. Можно попустить сразу же. И теперь нажимаем NPC меню. Place object. Смотрите, я стал шестеренкой. Я могу другую в руку взять, смотрите. Одна в руке, а другая ходит. Я ее подобрал, я забрал ее. Я клонировал ее. Так, а что у нас в этой тайной комнате? А ну, play as default. Что у нас в этой тайной комнате? А ну-ка. У меня просто ключа нету. Спрей. У меня есть идеи для эксперимента, ребятки. Смотрите. Нажимаем кнопочку. Вызвать. Балди. Хопа. Ой, а кто у нас тут такой маленький? А что это с лампой? А кто у нас такой маленький? На тебе! Понял, да? Закончилось. Иди ты в жопу. Сальто назад. Готово. Ладно.
Здесь отлично все. Короче, девочки-мальчики, если вам этот ролик понравился, ставьте лайк, пишите комментарий. Пишите комментарий, ставьте подписку, колокольчик, не пропускайте новые серии. У меня для вас будут еще сюрпризы в следующих сериях, поэтому заходите на канал, проверяйте. Ну, с вами был ваш любимый Крэш, Паша, Бахарчик, Пашунчик. Всем спасибо, всем пока.